Друзья, перед началом видео хотел вам показать канал Инженер. Здесь все про танки, World of Tanks. Это очень заходит тем, кто любит такие игры, такую игру. Мне очень лично зашло, я посмотрел его пару стримов. Очень вам советую. Стримы почти каждый день, марафоны. Очень классно. Очень зайдет, кому нравится данная игра. Поэтому смело подписывайтесь и ставьте колокольчик. А мы поехали к видеоролику. Всем привет, с вами Лэнф, и сегодня у нас продолжается карьера за Брентфорд в FIFA 14 Mod FIFA 22 на Android. Сегодня у нас очень жаркая серия получится, у нас игра против Манчестер Юнайтеда и против Тоттенхэма. Два матча у нас будет в этой серии, и по трансферам сразу пройдем. В список интересов я закинул три игрока: Никита Зотов, Александр Берарди и Ансу Фати. Так как Ансу Фати стоит бешеных денег, мы будем ждать снижения цены, либо каких-нибудь, ну, трофеев, каких-нибудь кубков выигранных, потому что пока мы позволить себе Ансу Фати не можем, либо надо кого-то продать, вот. Александр Берарди мы можем себе позволить, но я пока не стал ему кидать заявку на покупку или на аренду. Я рассмотрел Никиту Зотова из Амкара, ему 19 лет. 57 рейтинг у него, 3600 он стоит, зарплата у него 2500, предложили на 2 года, я ему предложил контракт, сейчас ведутся переговоры по нему, 2 года, это не аренда, это полный контракт, полная покупка из Амкара, возможно что-то из этого выйдет, возможно нет. И также по нашей игре, по нашей карьере, немножко слетела карьера, как и в прошлой серии карьеры за PSG, как я там и говорил, стерлись данные игры, как и ФТС, так и ФИФы, поэтому вот сейчас выглядит все так. Мы на 14 строчке, 0 очков. И Манчестер тоже на 10 строчке, 0 очков. Но мы остановились в прошлой серии на Манчестер Юнайтеде. И с Манчестер Юнайтеда и начинаем. Так что всем желаю приятного просмотра. Мы поехали к матчу. Состав все такой же. Погнали. Ну что, у нас начинается матч. Надеюсь, что Никита Зотов и клуб Амкарн рассмотрит наше предложение, потому что хотелось бы увидеть российских игроков в нашем составе. Кстати, это обновленный мод, это мод с Эриксоном. Все новые составы здесь, все прекрасно, поэтому играть будет очень круто, потому что Эриксон — это очень хорошее усиление для Брентфорда, я считаю. Поэтому вот так. Также можете еще предлагать трансферы, но пока просто предлагайте, потому что купить мы вряд ли кого сможем, вот этот удар. Пока у нас бюджет не позволяет, но трансферы все равно предлагайте. Думаю, какой-нибудь-то кубок мы выиграем, это 100%. Так. Что-то у нас не удается с пасами. С пасами и с передачами. Что, Роналду, тихо. Так, забирает наш вратарь мяч. Надо уже начинать свою атаку, думаю, потому что что-то мы заболтались и... Что такое? Что такое? Почему не начинаем атаку сразу? Так. Также, если на этой серии набирается столько же актива, как и на прошлой серии, также буду выпускать ее. Новая карьера, карьера за вратаря ФТС скоро начнется. Так, тихо, что вот это выходит. И думаю, у нас планов будет много. Также на второй канал будет ссылка в описании. Кому интересно, там уже 700 подписчиков. Это очень замечательно. Там будет сегодня стрим. Думаю, в 19:30 по московскому времени, либо в 19:00, как я успею этот выложить ролик. Это посмотрим, штрафной удар. Вот. Поэтому вроде все сказал, можно спокойненько играть. Так. Пока у нас вообще ничего не удается сделать. Эриксон. Первое касание мяча. И неудачное касание, к сожалению. Ну ладно, будем смотреть, что будет дальше. Так, нет, Роналду бежит к нашим воротам. Что творит Роналду? И... Не хочется плакать. Пропускаем. Пропускаем. 0-1. Забивается у нас канал Роналду. Манчестер Юнайтед выходит вперед, все игроки Брентфорда, естественно, расстроились. Как он перекинул, я вообще в шоке. Что это за гол? Ну, просто перекинул нашего вратаря. Вратарь ничего не смог сделать. И Криштиану Роналду оформляет первый гол в этом матче. 1-0. Будем следить, что будет дальше. Разводим мяч. Криштиану Роналду не успокаивается и пробивает очень классно. Ударил он в стойку, которая держит ворота. Но было близко, было близко. Это Криштиану Роналду, по-моему, сегодня вообще успокаивается. Даже не думает. И опять на Криштиану Роналду передачка. Что же творит Мью? Просто это шок. Шок-контент. Так, Эриксон.
Можно побежать в атаку, можно, можно. Давай, давай, бежим, 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 бежим. Ударить, пожалуйста, и вратарь тащит. Ну как это так? Тащит это Дехея. Печально, ну ладно, угловой. Ну, тут я не знаю, как не забить, конечно, но Дехея уже вышел и был готов. Поэтому как-то так получилось. Так, ну-ка, с углового. А, нет, это не Дехея, это Хейтон какой-то стоит там. Это еще лучше. Первый тайм у нас завершился, вот такая статистика. У Манчестер Юнайтед 3 удара, у нас 2 удара, и у них 1 гол. Кристиан Роналдо забил. Думаю, что-нибудь изменится до второго тайма, ну, поехали. Не успокаивается сегодня Манчестер Юнайтед, и это, по-моему, опять Кристиан Роналдо. Да, да, это Кристиан Роналдо. Остановитесь! Кристиан Роналдо оформляет дубль в нашей игре, 0-2. К сожалению, мы проигрываем уже с крупным счетом. Криштиану Роналду сегодня не думает успокаиваться. И просто все передачки на него идут. И это голешник 0-2. Очень, очень обидно, конечно. Ну ладно. Думаю, хитрик он не сможет в нашей игре оформить. Мы хотя бы постараемся это удержать. Но если оформят, то будет прикольно, конечно. Но не хотелось бы 3 гола пропустить сразу же от одного игрока. Ну, Криш великий. Даже в игре в нашей доказывает, что он... великий, что он мощь, что он мистер Си. И Эриксон попытается. Погба накрывает, но Эриксон дожал Погбу. Вернее, Погба не смог дожать Эриксон, и Эриксон бежит, ударяет. Нет, не получилось взять ворота. Криштиану Роналду сегодня успокаивается, еле отняли мяч у него. Надо бежать в свою атаку, что-нибудь доделать. Эриксон опять на мяч у Эриксона. Хоть что-нибудь сделай, пожалуйста, Эриксон. Пожалуйста, хотя бы... Ну ладно, угловой. Нет, Криштиану Роналду сегодня не успокоится, по-моему. Это я чувствую, и я даже не могу его остановить. Ох, вратарь на месте. Отлично, угловой. Так, у нас уже 90 минут практически, и... даже не думает останавливаться Манчестер Юнайтед, и у нас вообще практически моментов ноль. Но в конце-то что-нибудь, хотя бы гол престижа можно забить, я думаю, нет? Ну, наверное, нет, скорее всего. Так, ну давайте, последний рывочек. Нет, не получается вообще ничего. Матч окончен, 0-2. Крупное поражение, можно сказать. Как так вышло-то, блин? Сказать, 0-2. Криштиану Роналду дубль. Ну, да ладно. Это же великий клуб. Манчестер Юнайтед, тем более с Кришем. Все передачи шли на Криштиану Роналду исключительно. И ничего не оставалось делать, как выбивать мяч. Но все время неудачно выбивали мяч. И так получилось. Мы сейчас узнаем, принял ли Никита Зотов наши переговоры. Согласен ли он перейти в клуб. Мы сейчас хотим узнать это. Так, 0-2. Так. Никита Зотов. Так, по-моему, он перешел в наш клуб, если не ошибаюсь, да? Просто у меня с английским не очень хорошо. Мы сейчас посмотрим. Трансферы. Шорт-лист. Шорт-лист. Никита Зотов. For sale. Так. Он, видимо, не принял наш трансфер, видимо, нет? Или да? Так. Что-то не понимаю, если честно. Но стоит пока что... Так. Давайте посмотрим состав. Ну, видимо, он не согласен пока что еще перейти в наш клуб. Так, у нас состав все такой же, по-моему, да? Ну да, все такой же. Пока никого из новых лиц я не вижу. Да и тем более у нас слишком игроков даже много. Давайте выставим на трансфер игроков каких-нибудь наших, которые нам не нужны вообще. В принципе, Альваро Ф. 71 рейтинг. Так, ну, не знаю. Томпсон. Давайте Томпсона выставим на рынок. Сел. Погнали. Пускай на рынке посветится пока что. Так. Кто нам не нужен будет? А Эриксон нужен нам. Эриксон нужен. Так. Контракт. Новый контракт делаем ему. И... продлил контракт Эриксон. Это замечательно. Это все хорошо. Так, Эриксон остается у нас. Это хорошо. Это замечательно. Так. Так, где у нас тут... Альваро. Так, Эриксон продлил контракт, это замечательно. Так, ну давайте выставим на трансфер
Ну, пока пускай будет один игрок, ладно. Игра против Тоттенхэма, поехали, друзья, поехали. Встречает нас солнечный стадион Тоттенхэм. Солнечно, очень бодро. Думаю, будет наша игра такая же бодрая, как и здесь. Все солнечно и красиво. Но посмотрим, что будет. Посмотрим. Не будем забегать вперед. Пока все, если честно, пока не очень идет хорошо. У нас не держится мяч, хотя мы разводили первый, по-моему. А, нет, они разводили первый, да. Но отнять пока не можем. Ничего, что за удар? Я думал взять ворот. Сейчас все кончится взятием ворот, но нет. Но пока, честно сказать, очень много моментов уже у Тоттенхэма, и мне это вообще не нравится. Как бы у нас мяч вообще не держится. Это очень меня печалит, потому что у нас Эриксон, у нас нападение хорошее, в принципе, почти. Можно, конечно, улучшаться, но как бы все нормально. Я не знаю, почему у нас вообще ничего не получается, фактически. Если так пойдет дальше, то Брэндфорд просто станет нулевым клубом. И мы просто профукали всю карьеру. Брэнд, да что ж такое? Ну, да вынесите вы этот мяч, ну что вы творите, а? Ты тупой. И давайте все вместе. Тупой голешник, это просто трэш. Ребята, Кейн забивает, это самый просто... Я не слов, ребят, я не слов. Просто отдали, просто подарили мяч и забил гол Кейн. Ну просто... Нет слов, короче. Есть голешник Эриксон, первый гол за Брэндфорд. Сюда его, сюда. 1-1, 1-1. Эриксон забивает у нас голешник. 1-1 против Тоттенхэма. Неужели, ребят? Я уже просто играл на молчаночке, просто и очень сосредоточен был, и еле мы забили. Фух, ребята, можно выдыхать. Можно выдыхать. 1-1, это хорошо. Это хорошо. У нас под концовочку первого тайма, прям в раздевалочку, 1-1. Замечательно просто. Замечательно. Вот такая статистика у нас. Ну, как бы, моментов у Тоттенхэма очень много было. Я уже думал, что все. Вот, первый гол Кейна, кстати. Очень. Подарили просто гол. Ну, ладно. Думаю, во втором тайме мы сможем что-то еще показать. Погнали. Так. Ну, меня радует Эриксон. Меня радует, что он начал что-то делать так. Ох-ох-ох, мог на финтах, кстати, обойти. Но не получилось. Падает наш игрок. Зачем падает? Зачем ты падаешь, чувак? Ты что, совсем? Чуть-чуть немножко. Так. Можно для Эриксона опять. Эриксон, финты. Нет, не получается. Эриксон, финты. Думаю, финты делать не надо. Как бы теряем мяч из-за этого. И Кейн опять с мячом. Ну что такое? Ну что вы делаете? Кейн забивает дубль. Да, это жестко. Блин. У нас просто дубль лидеров. То Криштиану Роналду дубль сделал, то Кейн дубль сделал. И опять проигрываем 2-1. Ну ладно. Ладно, собраться мы должны. Собраться, ребят, соберитесь. У нас уже 70-я минута идет, и уже идет все к концу матча. У Тоттенхэма был еще один прекрасный момент с Кейном, и опять сейчас будет Кейн опять выходить. Нет, только не хитрик, ребята, только не хитрик. Тихо, 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 да что ж такое? Это хитрик, ребята. Криштиану Роналду даже не сделал хитрик в матче, а Кейн сумел сделать. Нет слов, ребята, нет слов, просто нет слов. Замена у Тоттенхэма, я думаю, тоже пора сделать заменку, но, наверное, не сейчас. Ладно, включусь еще раз, если будут моменты, наверное. Есть гол, Эриксон, 2-0, дубль. Есть еще надежда, есть еще порох в прохранительных у Брэндфорда, это хорошо. Фух, еле отнял мяч и хотя бы что-то пытался сделать, и от вратаря залетел голешник. Это я просто, это самая эмоциональная серия, самый эмоциональный матч, который у меня был. Фух, 3-2, ребят, 3-2. У нас еще есть время отыграться, я думаю. Но не факт, конечно. Но хотя бы то, что мы забили 2, и то радует. Это замечательно. Ну, походу, все, да, нет. Ну-ка. Можно еще что-то сделать. Но я не думаю, что еще получится что-то сделать. Потому что уже все. Уже матч оканчивается, по-моему. Так, бежим. Ну, забивай, пожалуйста. Что ж такое-то, а? Ай, ладно, ну это самый эмоциональный матч, конечно, получился, но в концовке встречи могли еще забить, ну ладно.
Но это очень эмоциональный матч. Фух, давно такого не было у меня. 3-2. Эриксон сделал дубль. Эриксон знает свое дело. И мы за это его не можем никак не похвалить. Эриксон не виноват в этом матче. А виноваты наши защитники. Виноват наш вратарь, наверное, я думаю. Ну и вообще, защитники виноваты полностью. Также я виноват, что не туда давал пасы и так далее. Вот так. Эриксон у нас продлил контракт на 3 года или на 2. Так, Томпсон. Томпсон у нас отправляется в Бернли. В английскую премьер-лигу, в другой клуб получается. Ну, пускай отправляется туда. Да, пускай отправляется туда. И у нас добавились денежки. Будем продавать, получается, игроков. И у нас будут добавляться деньги в бюджет. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был Лейнфуд. Мы на 19 строчку, у нас 3 очков. Но, надеюсь, мы выйдем на хотя бы 4 строчку. Всем спасибо еще раз за просмотр. С вами был Лейнфуд. Всем пока. Не болейте и удачи. Всем пока. Till I get up, time is barely on our side.